Первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и ее коллега по фракции Дмитрий Голубков приняли участие в первом после выборов заседании молодежного парламента Одинцовского округа. Был избран председатель, им стал Рим Тинчурин, а также заместитель и секретарь. В ближайшее время будут созданы комитеты, комиссии, группы по реализации рабочих планов. Депутаты предложили новому парламенту любую помощь и поддержку.